Здравствуйте! И вас снова приветствует канал «Сточка». И мы знакомим вас сегодня с лотом Child Premium Autumn Mix. Детский микс, страна Англия плюс Германия, сезон осень. Вес мешка 17 килограмм, количество в мешке 124 единицы. Ползунок такой будет на возраст. От 3 до 6 месяцев. Шапочка. Вязаный джемпер. На 1,5-2 года. Непромокайки штанишки. На рост 80 сантиметров. Еще один бодик, тоже ориентировочно от 3 до 6 месяцев. Колготки на 2-3 года. Толстовка на возраст, скорее всего, 10 лет, ориентировочно в среднем. Вот такой комбинезончик теплый на новорожденного. Так, рост у него будет у нас от 0 до 3 месяцев. Такая водолазочка с коротким рукавом на девочку, надета на рост, мне кажется, 3-4 года. Толстовка. Так как это позиция секонд-хенд, дырочки не везде могут присутствовать. На возраст 4 года. Юбка на 10-11 лет. Вот такого плана костюмчик новогоднего. Тоже на возраст где-то 2-3 года. Такой спальник на ребенка. Сбоку на клепочке расстегивается. И на возраст 6-12 месяцев. Очень удобный, утепленный. Тонковка от 0 до 3 месяцев. Платьице в клеточку на 5-6 лет. Безрукавка василькового цвета. Мне кажется, здесь будет у нас на возраст 13-14 лет. Такая хорошая безрукавка. Рубашка. Веселая такая рубашка. 3-4 года. Шорты серого цвета. На рост 152. Такая вот тонковка сзади на пуговках для удобства одевания на 18-24 месяца. Водолазка с кружевной отделкой у горловины на возраст 6 лет. Тонковка вот такого плана на возраст где-то 2-3 года. Безрукавка на 9-10 лет. Такие вот теплые штанишки на возраст от 3 до 6 месяцев. Толстовка. Где-то будет у нас здесь 10-12 лет. Халат розового цвета. Посмотрите, какой хороший халат. Единственный дефект — отсутствует пояс и грязный сзади в виде грязи пятно. Курточка с капюшоном на возраст 13 лет. Такой плащ-дождевичок. На 12-13 лет джемпер вязаный на мальчика фирмы Киаби на 8 лет. Детское платьице на пуговках на возраст 2 года. Рубашка поло на возраст где-то 6-8 лет. Вот такого плана шортики, штанишки на 3-6 месяцев где-то. Такая нарядная блузка на девочку на возраст 9 лет. Теплые трико 134-140 рост. Рубашка 2-3 года где-то ориентировочно. Кардиган на 6 лет для мальчика. Вот такая ветровка-дождевичок на возраст где-то 10-12 лет. Совсем на маленького
Вот такая вот штучка, даже больше на бусы, наверное. Вообще от нуля. Возраст 3 года толковка. Кардиган на подкладе, где-то на 1,5 годика. Вот такого плана полотенце, накидка. Такая вот танковка на 12 месяцев. Джинсы на 92 ростовка, новые, с биркой. Вот такого плана платьице на возраст 3 годика, где-то ориентировочно. Толстовка с капюшоном на 7-8 лет. Флисовые штанишки теплые на возраст где-то в районе 4-5 лет. Боди 12-18 месяцев. Такого же плана боди, тоже где-то в этом районе 12-18 месяцев. Курточка розового цвета на возраст где-то, мне кажется, 3-4 года. В зависимости от того, какой ребенок. Штанишки от 0 до 3 месяцев. Вот такая вот танковка на рост, на возраст от 0 до 3. Боди от 0 до 3 где-то тоже. Тоже может 3-6, скорее всего, побольше. Так, давайте посмотрим точнее. Да, даже до года идет. Платье на девочку, смотрите, какое хорошее платье. На рост 116, это где-то 5 лет. Танковка на 2 годика. Вот такой вот бодик от 0 до 3 месяцев. Тоже от 0 до 6 месяцев где-то. Кузунок. Кофточка вязаная, катон. 18-24 месяца. Вот такие вот лосинки. Тоже где-то в районе 2 лет, 2-3 лет. Бодик 12-18 месяцев ориентировочно. Платье год-полтора. Шорты на где-то 10-13 лет. Футболка укороченная на 9 лет где-то. Такая танковка с единорогом на возраст где-то 3-4 года. Новые теплые, такие из микровельвета, брючки на возраст 8 лет. Футболка 9-10 лет. Вот такой вот теплый комбинезончик на 80-86 ростовка. Детское платье тепленькое на баечке такой небольшой, хбшный, 6-8 лет. Детские штанишки на возраст от 0 до 3 месяцев. Такого же плана аналогичные возраст. Флисовая кофта новая на рост 74-80. Вот такие вот шортики от 0 до 3 месяцев. Кофточка от 0 до 3 месяцев. Брючки от 0 до 3 месяцев. Вот такого плана футболка. 2-3 года. Толстовка с капюшоном на возраст 4-5 лет. Такие трикотажные колготки, ползунки 9-12 месяцев. Юбочка на возраст где-то 5-7 лет. Футболка на возраст 5-7 лет. Ориентировочно тоже. Вот такой бодик. От 0 до 3, скорее всего, идет. Брючки на 5-6 лет. Рубашка с бирочкой на возраст 10 лет. Футболка на рост 82. Вот такой комплект бодиков на рост 86-92. В комплекте 5 штук. Штанишки 0-3 месяца. Джинсовая курточка отделана с такими стразиками на 9 лет. Брючки 0-3 месяца. Футболка 6 лет с Марио. 9-12 месяцев рубашка мужская джинсовая. 3-6 месяцев. Джемпер на возраст 6-7 лет. 3-6 месяцев. 3-6 месяцев.
такой вот вязаный джемпер горчичного цвета на возраст 4 года. Майка на возраст где-то тоже 3-4 года. Такие вот веселенькие, интересные штанишки фирмы Киаби на возраст 3 года. Водолазка на возраст тоже где-то 3 года. Танковка на возраст где-то 9-10 лет. Танковка на девочку. Также на возраст где-то 9-10 лет. Танковка на возраст где-то 5-7 лет. Велюровое платье на возраст где-то 5 лет. На возраст тоже где-то 5 лет. 3-6 месяцев штанишки. Вот такая вот веселая со свинкой Пепе танковка. На возраст где-то 3 года в среднем. Почему я точно не называю размеры? Потому что, видите, секонд-хенд не все бирочки присутствуют. Приходится делать это где-то ориентировочно. Джинсы 2-3 года. На возраст от 0 до 3 месяцев. Такого плана спортивная танковка. На 7-8 лет. Ползунки 3-6 месяцев. Такой веселый темно-синего цвета сарафанчик. На возраст где-то 5 лет. Толстовка, очень хорошая толстовка, курточка, можно сказать. Толстовка, куртка. Внутри вязаная, она двухсторонняя. И мне кажется, это будет возраст где-то 7-8 лет. И в этом миксе также есть мелочевка. Это детские трусики, шапочки разноплана. Такая веселая игрушка, шапочка, штанишки. Три штуки в комплекте, 62-68 рост, 0,3 месяца. Вот такие детские ботиночки. Такой вот непромокайка памперс. Колготки где-то на возраст до года. Вот такого плана колготки. Размера нет, но мне кажется, это где-то 6, от 6 до 8 лет. Шапочка с меховым искусственным мех-помпоном. Комплект вот такой, шапочка с ушками и перчатки. И вот такая трикотажная шапочка. Спасибо за внимание.